Привет, дорогие подписчики! Последние новости с Израиля. Нетаньяху обратился к израильтянам и сказал, что идет война. Это сообщение он распространил 7 октября, заявив, что мы находимся в состоянии войны. Это не операция и не очередной раунд борьбы с террором. Утром Хамас совершил внезапное нападение на государство Израиль и его граждан. Нетаньяху сообщил, что он созвал совещание руководителей системы безопасности и отдал приказ очистить израильскую территорию от прорвавшихся из Газы боевиков. Напомню, что боевики из Газы прорвали линию обороны, то есть забор безопасности с Израилем, и таким образом прорвались террористы в государство Израиль из сектора Газа. А также Нетаньяху отдал приказ призвать всех резервистов и призвал израильтян выполнять указания ЦАЛа. Сейчас, если вы слышите, идет бой, точнее, сирена. А тем временем боевики Хамаса удерживают под контролем от 3 до 7 населенных пунктов Отеф-Аза. Напомню, Отеф-Аза – это населенные пункты, которые граничат с сектором Газа и неподалеку. Также считается, что атаки на юге могут носить отвлекающий характер от основного удара, который последует с северных границ, то есть от террористической группировки Хизбалла. Это похоже все на спланированную операцию Ирана. По имеющимся у меня сведениям, ЦАЛ атакует сектор Газа с воздуха.